Первый дальний поход. Малоракетный корабль Орехово-Зуево Черноморского флота покинул Севастополь и взял курс на Черноморские проливы. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. Отмечается, что корабль направляется в Средиземное море. Он войдет в состав постоянной группировки военно-морского флота России в дальней оперативной зоне. Пресс-службе также добавили, что экипаж малого ракетного корабля Орехово-Зуево по прибытию в Средиземное море будет нести службу вместе с экипажем фрегата «Адмирал». Эссен, который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта. Для экипажа корабля «Орехово-Зуево» это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения задач. Напомним, «Орехово-Зуево» – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для Черноморского флота. В состав военно-морского флота России он был принят в декабре 2018 года.